Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы нервариним в Морровинде. В прошлой серии мы выполняли следующие поручения. Во-первых, спасли мать Хелсит от покушения, хотя на самом деле это было очередное покушение на меня. На меня опять Темное Братство подослал, но вновь они провалились, они были уничтожены. Я в очередной раз убедился, что Хелсита нужно уничтожить. После этого подрался с его телохранителем, получил от него очередной раз одобрение. И затем выполняли поручение для самой Альмалекси. Расследовали культ конца света, и она попросила устроить пепельную бурю. Чтобы устроить пепельную бурю, мы спускались вниз, в Двемерские руины. Здесь была какая-то непонятная машина, которая позволяла управлять погодой. А сделали бурю, Альмалексия довольна, но новых поручений она пока не давала. И кроме того, по пути к этой машине я встретил еще одно местечко, в которое меня не вела моя дорога приключений. А значит, либо это местечко не обязательно, либо, возможно, было добавлено модом. Поэтому я решил сейчас сходить проверить, что же там такое. Потому что оно весьма обширное, это святилище. Давай глянем, а потом уже вернемся назад. Будет, опять же, поручение Хелсита или Альмалексия, я думаю. Так, заходим еще раз, как ты называешься. Так, это проход идущего. То есть мне нужно два раза в проломленную стену пройти, и будет это святилище. Так, смотрим. Норанин Дюр. Вперед. Я в прошлый раз немного зашел. Сначала подумал, ну подумаешь, маленькое святилище, тут будет статуя какой-нибудь Азуры, Баэта или еще кого. Но нет, это что-то обширное. А раз обширное, давай посмотрим. Итак, это проход в Великую Лестницу. Ага. Ладно. Коль пошли сюда, то идем. Так, скелет готов. Здесь какая-то лужа. Но с учетом того, что это все под землей, грунтовые воды... Честно говоря, я не хочу туда прыгать и пытаться на дне найти что-то, чего, скорее всего, там не будет. Раз это Великая Лестница, пошли по этой лестнице наверх. Куда она ведет? Пока что непонятно. Опаньки. Скелетик. Лич на колени. Лич со щитом. Но без красных глаз. Следующий. Готово. Так, еще кто? Скелетик, ну не страшно. Так, больше никого? Нет, есть еще один. Бам. Этот развалился. Эй, хватит меня бить. В смысле, мне заклинание не удалось? Я так сильно устал, что сил нет применять заклинание. Вам заклинание не удалось. Какого хрена? Так, я поднялся по лестнице на вот эту стену, и здесь что-то есть. А здесь, похоже, была дверь, но произошел обвал. И зачем? А зачем я сюда поднялся? А либо в это место нужно будет пройти потом, и вот эта вот штука сдвинется. Помнишь, как было в склепе нежити? Возможно, меня пошлет сюда Альмалекси или Хелсет, скажет, там, типа, нужно что-то сделать, тра-та-та-та-та. Ладно. А здесь, по крайней мере, ловить нечего. То выпьем зелье. Выносливость восстанавливается очень медленно, потому что я снял кольцо восстановления выносливости. Так, теперь я подлечиться могу, правильно? Вам не хватает энергии.
Супер. Перехватило. Так, первая дверь оказалась бесполезной. Так, с другой стороны, что у нас? Я ходил немного вперед, там впереди было еще огромное помещение. Скрежещущие зубы. Ох, это, наверное, отвратительный звук, когда зубами так скрежетаешь. Ой, прям больно аж. Так, здесь есть демон, грозовой отронах, который сам придет ко мне. Готово. Так, высший демон, мне что-то с тобой не хочется связываться в ближнем бою. Есть подозрение, что ты меня с одного удара высекишь. Поэтому дай-ка я ткну в задницу Таранаха и отойду подальше. Восстановление здоровья, бам. Бам. Угу. Я тебя раню очень-очень плохо. Я тебя практически не раню. Обладая силой в 300 единиц, я его ранить тупо не могу. Да и он особо со мной не горит желанием драться. Он хочет полететь куда-то наверх, возможно, на свободу. Но как же мне долго его долбить? Транах, сейчас не до тебя. Я не хочу от него отходить, потому что мал... Да, он развернулся. Так как он высший демон, может, он очень сильно меня ударит, что я с удара помру. А мне бы это не хотелось, я хотел бы еще пожить. Пьем зелье на запас сил. Ай, кто? Опаньки, Дремора. Вот его убрать в первую очередь требуется. Как же замечательно я достал Кусанаги. Он бы мог меня и убить. Ты со мной драться будешь? Ты где? Он куда-то полетел. Как же тебя долго бить? Сколько тысяч здоровья у него, интересно? Надо будет после этого боя починить меч. Судя по всему, он сломан больше, чем наполовину уже. Конечно, таких демонов рубить. Бам. Нет. Теперь бам. Да. Так что у тебя было при себе? А, коготь Косомота. Лазурная ерунда. Ну давай эту ерунду тоже соберем. И поремонтируем снаряжение. Да, наполовину сломано. Я еще все молотки свои потратил. Готово, я починился, все в порядке. Пошли дальше. Этот косомот что охранял? Путь куда-то еще. Хорошо, путь куда-то еще. А внизу есть чего-нибудь? Нет, внизу площадка только для боя, по всей видимости. Ладно, пошли вперед. Дремора? Точно.
Как хорошо, что я тебя быстро прикончил. Они чрезвычайно опасны из-за своего оружия. Так, цитадель Миндхвур. И еще одна огромнейшая локация. Здесь, надеюсь, рыб-убийц не будет. Нет, здесь есть Дримора, который хочет сигануть ко мне. А здесь он великан, что ли? Смотри, какой он здоровый. Давай свет... Ух. Так, дикий прыжок. Я прыгнул в бок. Я восстановил здоровье. Я тебя грохнул. Я выпью зелье восстановления здоровья. А запасил нет. А здоровье да. Дурачки, взяли бы свое оружие, меня давно бы порубили. Опаньки. А, быстрый, очень быстрый засранец. Быстрый засранец, от которого нужно убежать. Что у меня по Кусанаги? Кусанаги разряжен. Хождение по воде. Это оружие тоже разряжено. Ладно, давай в честном бою. Я зарубил, кто ты такой? Каштидрур. У него сердце Дайдры, пиройловая смола. Не знаю, как-то подозрительно это называется все. Может, я действительно сюда зачем-то непонятным пришел? Вот был его трон. Он тут такой сидел. Я к нему пришел, убил. Опаньки. Крылатый ужас еще. Сокровищ я не вижу. Единственное что-то особое, это вот эта смола. Остальное, ну, так, еще один демон. Но не хочу я с тобой биться, ты слишком жирный. Он чрезвычайно жирный, его очень долго долбить. Нет, я не буду с ним биться, по той причине, что он сейчас миллиард врагов призовет, потом я этот миллиард врагов уничтожу, потом он снова при... Такая, это куда путь? А, плачущая пустота и зубы. Скрежещущие. А где вход? А, тут еще что-то. Давай в базилику божественного шепота сходим. Огромные атронахи. Очень опасные атронахи. Я под угрозой, чьей? Боевая музыка, несколько статуй Даэдра. Я в какое-то прям жесткое место пришел. Восстанавливаем запас сил. Тишина. Шагарат, здорово. Кто меня заметил? Непонятно. Так, эта тропинка ведет... Ведет к Азуре. Здорово, Азуром, ты мне поможешь? Нет, она мне не поможет. Кто-то кого-то призвал. Где этот кто-то и этот кто-то призванный, тоже непонятно. Окей. Это Мерунас Дагон. С тобой можно? Нет. С тобой тоже не пообщаться. Тропинка ведет вверх. Тропинка ведет вниз. Но вниз мне
явно не надо. Или действительно мне надо вниз? Ладно, пошли тут. Это Малакат. С ним тоже нет взаимодействия. Поднялся выше. Это Молокбал. Я увидел Косомота. И зачем? Вот он там стоит. Он призывает всяких дурней. Я, допустим, сюда запрыгнул. Не понимаю назначения вот этой всей ерунды. Давай просто сбежим отсюда. Потому что раз мы не понимаем, значит, возможно, сюда рано идти. Опс. Я под текстуры провалился, да. Выхожу назад. Так, еще один путь надо здесь проверить. И выбираться назад. А где он был? Пам-парам. Здорово, Косомот. Вот здесь где-то. Не надо, не. Вот он, прямо тут. А мне вот сюда надо попасть? Хорошо, левитейшн. Вот это то, откуда я пришел. Значит, мне... А тут, может, наверх? Чертовски-чертовски далеко наверх. Да, похоже, так и есть. Пустота. Пустота, не плачь. Бам. Это я вообще в недра не пойми чего падаю. Так, здесь что-то есть. Стоп. А, стеклянный левый наруч. Хорошо. Здесь еще что-то есть. Ужасная стрела гадюки и камень-душ, допустим. Здесь есть левитейшн. Здесь есть падение. Тут вроде бы ничего нет. Дальше. Свиток Альмсиви, может? Нет, свиток черной бури. Свиток черной бури, грибы. Так, ух ты, я дальше еще свалился. Главное не застрять. Дальше что-то горящее. О, выход кипящей лавы. А с ним я почему-то не могу взаимодействовать. Почему, непонятно. На самом дне... На самом дне тоже ничего нету. Угу. Как полагаю, мне сюда действительно рано. Сделать возврат я могу, но окажусь в тронном зале, мне туда не надо. Хорошо, сделаем левитейшн. Полетели наверх. Не застревать. Я застрял, да. Ох, как я удачно застрял. Продлеваю.
Мне кажется, что если бы здесь не было воды, я тоже не убился. Хорошо, я вышел наружу. Сюда мне, допустим, не надо. Если идти четко вперед, давай я еще катану перезаряжу. Бам. Ох уж эти души. Здесь я побеждал Косомот. Это не главное местечко, правильно я понимаю? Да вот, Норрендюр. Все, я вернулся в самое начало. Теперь мне нужно куда повернуть? Я отсюда приходил, да, с этой стороны. Я не поворачивал вот сюда. Или поворачивал. Нет, я в зубы поворачивал, просто карта не обновляется. Так, я ходил сюда, здесь я понял, что это гораздо более обширное место, чем изначально себе представлял. Кто? А, клан Фира здесь. Ужасы клана. То есть я в прошлой серии дошел до тупикового помещения, подумал, что это огромная локация, и решил вынести ее на отдельную серию, но ты понял, это не такая, не такая огромная локация, как хотелось бы этого. Хотя. Ну. Хотя, действительно. Тупик? Да, тупик. Но все же, действительно, это не такая огромная локация, как хотелось бы. Плюс мне здесь нечего делать, с учетом того, что есть предметы, с которыми следует взаимодействовать. То как бы я сюда должен попасть, но не сейчас. Поэтому бам. Надо мастерскую громкость увеличить, потому что водопада больше нет, который меня атакует. И громкость должна быть нормальной. Наверное, как-то так. Хелси, ты шпрыханишь что-нибудь? Да, Мерлин, Литандас. Мне казалось, что я послал тебя узнать как можно больше о нападениях. Я также сказал, что ты должен держаться подальше от королевского дворца, пока не выяснишь все, что нужно. Нанести визит богине. Хорошо. Значит, мне с Альмалексией сейчас стоит поговорить о нападениях. И потом... Ну, я против Хелсита. Я его убью в итоге, как только у него закончится задание. Здесь отвратительный будет Стопе, Мирон. Давай мы с тобой поговорим о чем-нибудь интересном. Кому можно доверять? Ох, понять, что у тебя за новые идеологии появляются. Мне кажется, у него ничего не появилось нового. Здорово, Альмалексия. Я весьма довольна, мой верный слуга. Мои люди взирают на погоду и видят в ней... проявление божественного подтверждения моей власти. Разве какой-либо бог когда-нибудь демонстрировал такую власть над небом и землей? А теперь, скрипя сердце, я должна возложить на тебя прискорбную обязанность. Я прошу тебя, принеси упокоение моей пропавшей руки. А это кто? Один из моих самых верных стражей, один из моих собственных рук Альмалексии, поклявшийся чтить меня, защищать меня и служить мне. До гробовой доски потерял разум. А Салас Валор покинул меня. И теперь на каждом углу распространяет отвратительную и грязную ложь обо мне. Мне очень жаль его. Я знаю, что он отдаст тебе... не отдает отчет о своих действиях. Постоянно находится в сиянии, излучаемое богом тяжело.
И это может свести с ума даже самого стойкого из смертных. Но сейчас он представляет угрозу для нас. И очень опасен. Боюсь, что ты не вправе пощадить его жизнь. Сейчас Салас Валор бродит по улицам канализации Морнхолда. Его дикое, безумное поведение пугает людей. Но дальше мои ординаторы опасаются встать у него на пути. У такого выдающегося мастера-бойца и боевого мага. Я умоляю тебя, найди Саласа Валора, избавь его от угрозы. Избавь от угрозы мой любимый народ, принеси мир. Мой священный город Морнхолд. Салас Валор был моей самой доверенной рукой и верной слугой, но недавно его поведение стало очень странным. Он был таким спокойным, молчаливым. Боюсь, возможно, я позволяла ему слишком много. Невозможно, чтобы смертный бог были равны. Но, возможно, он обманывал себя. Я сожалею его о прискорбном состоянии, и мне очень жаль, что, возможно, я частично ответственна за это. А давай поговорим о нападениях. О пепельной буре. Нападение мне интересно. Руки Альмалексии, я об этом говорил. Пропавшая рука, Хелсет. Я не совсем понимаю, что мне нужно у нее узнать. Еще раз смотрим задание от Хелсета. Чемпион Хелсета. А теперь, когда я завоевал доверие короля, он поручил мне собрать можно более подробную информацию о Альмалексии. Хелсет подозревает, что атака на Морнхолд организована кем-то из трибунала. Я должен вернуться к нему, когда выясню все, что смогу. Он был категоричен, что мне не следует видеться с ним. Значит, я еще не все узнал. Возможно, вот этот Валор или, например, Хлер мне что-то расскажет. Так, про нападение. Армия гоблинов, наверное, нет. Вот, расследовать беспорядки. Он не хочет говорить по этому вопросу. Давай к другому сходим. К другому представителю храма. Может, он чего расскажет. Здорово. Цитадели в кратере. Так это он рассказывает про цитадели в Красной горе. Сколько же у него тем? Просто миллиард. Как понимаю, он тоже ничего полезного мне не скажет. Хорошо, мне нужно найти пропавшего ординатора, который бродит по улицам канализации и распространяет слухи. В чем интересна проблема, что кто его в канализации будет слушать? Либо здесь ошибка. Давай на улице спросим у прохожего. Например, у тебя. Стой. Давай сначала поторгуем. Нет, не хочет торговать. Салас Валор. Сала. Нет. Нет, она про него ничего не знает. Отсюда можно попасть в канализацию. Если он был членом Ордена Ординаторов, скорее всего, он отправился в канализацию храма. Но это самая ближайшая канализация. Это было бы логично. Отвратительно. Зачем я эти бури призвал? Может, мне обратно у бури убрать? Нет, не хочет со мной общаться. Здорово. Этот парк, эти деревья поют мне хвалу, сэр, и я горжусь этим. Тоже не говорит. Плохо. Плохо, что еще вход в канализацию не вижу. Он здесь должен где-то быть. Ладно, времени терять не хочется. Посмотрим чего. А где здесь вход в канализацию?
Это Годсрич. Ладно, идем в Годсрич. Там у кого-нибудь спросим. К примеру, у ординатора. Может, он знает, где этот Салос Валор. Вот, пропавшая рука. Кто-то одетый в доспехи рука Альмалексии слоняется по Годричу, промоча что-то себе под нос. И вообще, ведя себя как-то странно, этот... Тот, кто ты... Это тот, кого ты ищешь. Будь осторожен. Мне, например, не хотелось бы поссориться с одним из личных сторожей Альмалексии, находящимся в трудном расположении духа. Будь осторожен, ну, хорошо, можно, значит, на улице его найти. Здорово. Приветствую, благословляю тебя. Я Энара Мари. А как же конец света? Нет. Видимо, он будь скажет, осторожен, что это так было предначертано, что обрушится бури и как-нибудь подведет под свои бредни, роскость, непророчество. Так вот, Салсвар Лор, ее новый пес. Ты будешь долго мучиться. Итак, она отправила тебя ко мне. Теперь ты ее фаворит. Как удобно. Кто бы из нас не погиб, она не останется в проигрыше. А если мы оба погибнем, то так для нее будет еще лучше. Что ж, я буду доволен. Возможно, именно так все и должно было закончиться. Я прошу прощения у всех богов и духов, кто бы они ни были. И ты тоже можешь попросить прощения у своих богов, потому что, по крайней мере, один из нас не доживет до захода солнца. А с тобой нельзя? Мирно там? Нет, нельзя. Бам. Эй, не парализуй меня. Вот паралич — это совсем не круто. Я тоже, знаешь ли, умею парализовать. Это может он просто отражает? Готово. Дневник дополнен. Салос Валор мертв. Если он представлял собой угрозу, то теперь устранено. А я перегружен. Он у меня силу жрал, вот не ходи. Бам. Так, сила восстановлена. Еще раз на всякий случай. Что у тебя есть при себе? Щит ее руки, ее эбонитовая сабля, ее руки кирасы, но это также ерунда. Перчатка, всего лишь 5 силы. Так, у меня есть наплечники, которые практически бесполезны. Сопротивление нормального оружия, хорошо. Левый наплечник я бы взял. Левый наплечник, сопротивление ядом 5 на себя. Защита ниже, нет, я не беру. Атака, паралич, ловкость, отражение. Все, пошли к Альмалексии. Ничего особенного я не узнал. Он никаких слухов особо не распространил. Просто и быстро умер. О, здорово, ты кто? Идем назад. Может, стоило около Альмалексии теперь поставить пометку. Как я понимаю, Хелсия длительное время не будет со мной общаться. Давай действительно там поставим пометку, чтобы гораздо быстрее можно было возвращаться. Пометка. На тройку? Да. Марнха. Так, бам, пометка. Здорово. Ты устранил угрозу, исходящую от моей бедной, сошедшей с ума руки, и принес мир, Морнхолд. Салас Валор мертв? Какая невыносимая боль. Но ты верно служил мне. Я намереваюсь даровать тебе свое божественное благословение. Ты хотел бы получить кожу прочную, как железо? Мою защиту от парализующего ужаса? Или, может быть,
Ты хочешь всегда купаться в согревающем тепле моего божественного сияния. Быстрее, выбирай. Ты не должен заставлять свою богиню ждать. А кожа как железо. Вот защиту от паралича я точно возьму, потому что если меня что-то парализует, это действительно большая проблема. Я благословляю тебя своим даром и признаю тебя своим последователем. Будь преданным в своем служении, и тебя будут ждать другие, более щедрые дары. И в них дополнен. Я доложил Аль-Малексии, что Салас Валор мертв, угроза, которую представлял миру, устранена, он остался доволен и наградил меня благословением. Так, это у меня еще одна магия появилась. Вот первое благословение, щит Аль-Малексии. Или она мне она мне дала постоянный эффект, спасибо. Или временный эффект. Давай подождем денек. Да, это постоянка, это прекрасно. А у тебя есть что? Добро пожаловать. Пришло время поговорить о серьезных вещах. Я наблюдала за тобой с момента твоего прибытия в Арденфелл. Ты был сильным, верным моим слугой. Никто, кроме Нарварина, не смог бы совершить то, что совершил ты. Как долго я ждала этого. Мой Нарвар, наконец-то ты вернулся ко мне. Я наблюдал из своего храма за попытками многих претендентов. Но не все потерпели провал. Я верю, что ты именно тот, о ком говорится в пророчестве. Угу. А давай оставим это на следующую серию. В следующей серии узнаем про пророчество. Хелсет вряд ли от меня что-то получит полезное на падениях. И остановимся на сегодня. Итак, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока.